Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Get Even. Остановился я на том, что нашел информацию о Роуз. Видимо, она как-то связана с похищением Грейс. А Грейс — это дочка Рэмзи и... Так, фото. А, все ясно. Rose Atkins and Jasper Prater. Они были здесь. Так. I knew they'd be sending their inside man, but I never knew who you were. Fucking gorgeous. How you doing, sweetheart? I'm Jasper, and I'm very pleased to meet you. You can cut the flattery, Mr. Prater. I know who you are. Вы меня пустить не хотите? Fill you in, lucky bastard. I'm sorry. Nothing. I get it. You're a professional type. I suppose you want to see the setup. Cross the I's, dot the T's. Говорит, уже вел кто-то, кому-то повезло. Show me around. Their first meeting. That's a start. Get as much information as you can, Mr. Black. Да без проблем, если вы мешать мне не будете. Опа. Ты кто? Guys. Ты давай мне тут не шали. У меня есть оружие? Что говоришь? Эй, привет! Что ж, это было просто. Ты тоже хочешь? А давай попробуем. Не зря же мне дали. Корнер. Ган. Trying to break the simulation or destroying everything will not help you. Ну ведь скучно, если не убивать никого. Они же просто ходят и говорят что-то. А я хочу поубивать их. Зря, что ли, у меня есть пистолет. Вот в прошлой игре у меня не было пистолета. Я ничего не мог сделать. А тут у меня есть ружье. Почему бы им не попользоваться? Так. Секретик. Роберт, кто-то снова пытался влезть в мои данные. Ты будешь с этим разбираться или нет? Отвечай на мои звонки или жди неприятностей. Ведь кому он мне? Что это за место? Значит, Роуз на кого-то работала. Кем она была, я не понял. О, вот это хорошо. Вот это действительно интересно. Очень полезно. Исчезнувший шкаф, ящик. Прекрасно. Так, что у нас на столе? Это план дома Рэмзи. Угу. Ну, тут они обсуждают, видимо, как пробраться. Опять вибрирует. Значит, где-то фото. Это их дом, да? Неплохой домик. Машины не хватает на газоне. Вот оно. Пиво, что ли? Fingerprints identified. Jasper Prater. Ну да, супер бир. Alcohol, Mr. Prater. I thought you said you were a professional. Oh, hey, now, Missy. It's not for me. The boss man has sent some of his own men. It's back, you know? For those boys, a happy team is a productive one, no? And a drunk team is a dead one. Robert won't take this lying down. And he has resources of his own. You'll need to be alert. Okay, okay, I get it. It's off the menu, right? Значит, это она наняла его? Или ее работодатель? Неплохо. Нет. Пока спрячу. Где же столько всего интересного? Можно материализовать стол. Нет, это коробка. Очень полезно. Не знаю зачем. Так, может быть тут что-то есть.
Опять, наверное, всякие загадки. Обожаю эту игру за всякие загадки, которые фиг разберешь с первого раза. Сообщение. Я уже держу палец над кнопкой отправить, чтобы весь мир узнал о твоих делах на стороне. Этого хватит, чтобы надолго тебя засадить. Не испытывай меня, Роберт. Так, ну... Я думаю, прежде чем возвращаться, надо все осмотреть. Потому что... Кладовая, офис, спальня, столовая... Потому что куда бы я ни пошел, вечно меня куда-то утягивает. Все больше и больше. Interesting. Your current location matches coordinates from which FDG servers were remotely accessed. There should be an open terminal nearby. This could give you the information we're looking for. Терминал? Ты терминал? Насколько я знаю, через терминал можно положить деньги. Но я не вижу здесь, куда вставлять купюры. Или сыпать мелочь. Ух ты, телефон. Neutralize. Это, видимо, автоответчик. Кто-то просит доложить, когда она будет на месте. Кто будет на месте? Так, что у нас тут? Видимо, они про Грейс или про Роуз. Fingerprints identified. Rose Atkins. Okay, so we contact Randall. We say, give us the memory gizmo or your girl gets it. That's it. That's it. What if he says no? He won't. You said he don't much care for his family. What if he just... He won't. Ты слишком уверена для призрака. Это кто? Девушка-то? Или это Роуз? Непонятно. Не вижу. Хм. План действий. Проверить. Проверить, можем ли мы использовать камеры и убить Джеспера. За то, что сломал карту пропуск. Прикольно. Видимо, они не ладили с Роуз. Компьютер. Здесь можно поиграть в Counter-Strike или что это, телефон? Так, ну. Shit. I'm still missing some data. Видимо, пароля. Вот это поворот. Ладно, осмотримся, потом вернемся. Что у нас еще на этаже интересного? А куда ведут следы? Ну, это просто путь. Или Роуз, или Джаспера. Пускай ходит. Я тоже похожу. Поставляю следы. Тут же никого. А вот музыка говорит, что кто-то есть. Ух ты. Тут, наверное, происходило собрание. И не все смотрели, как заработать миллион за сутки. Фото, да? Чья же это куртка? Роуз? Эх, из меня отличный детектив. Я думал, она ружье держит. Invested, that's all. You've been promised something. That's none of your business. А вы друг друга стоите, ребята. Так, тут ничего. Карта.
Ого, сколько всего? Так, секунду. Голливуд. Ну тут план действий. Как выкрасть Роуз? 8 человек, 2 машины. Действует быстро. В течение часа. Это у нас что? Это список тех, кто в первой машине. Только тут. Ну, это план действий, как договориться с Рэмзи. Видимо, все пошло не по плану. Ну да. Очень не по плану. Ну, это опять те, кто участвует. Левая рука, Джей. Правая рука, Джей. Джей — это Джаспер, я так полагаю. О, я пришел оттуда. Как будто сейчас выпрыгнет скример. Жуткое место. Ладно, пойду туда. Опа. Привет. А можно я тебя убью тихо? Подожди, я хочу селфи. Эх, не успел. Я просто не знаю, как быстро переключить камеру на себя. Вот у меня в телефоне все быстро переключается. Так бы я успел сделать селфи. Кого фоткать? Не понимаю. А, вот оно. Fingerprint found. One matching profile. Thomas Hill. Thomas Hill. Ты кто еще? Что у нас тут? Ну, тут про рацию, видимо. Про то, что он установил определенную частоту, и чтобы никто не менял ее. Крутые наушники. Что за фирма? Ну что ты? Эх, непонятно. Купил бы себе такие. Тут стебутнут именем Леонора. Типа оно слишком древнее. Странные ребята. Ну, в этом письме, в переписке Леонора ругается. Опа, опять пиво. Все-таки ты не перестал его пить, Джаспер. Вот, она ругается со своим мужем. Типа у него встреча, он там туда-сюда, холодильник, еда. Ну, давай посмотрим. Очередной флешбэк. Fingerprints identified. Jasper Prado. No, no, listen, just hear me out. Our employer has given me very specific orders not to let you near any explosives. Fuck's sake, well, you guys have got to trust me. I know my way around the fucking bomb. Ты мне подсказываешь, что нифига ты не разбираешься. Fuck you, fuck the Lotties. Придурок, из-за тебя всего не по плану пошло. Да? Тогда по делам тебе. Грейс. А фотки-то реальные. Нарисована она вообще не так. Итак, обычный день Грейс. До 4 учится, с 4 до 2 мотается по магазинам, а дальше она занимается всякой ерундой. Здесь про Роберта, что он работает до 4, потом до 11 он занимается всякой ерундой и болтает с Роуз по ночам. А это, видимо, день Леоноры. Нифига себе, у нее рабочий день с 10 до 2. Это ты, Леонора? Что-то ты на дочь совсем не похожа. Точнее, она на тебя. Уж не Роуз ли родила Грейс? А нет, ты же рожала. Ладно. Что у нас тут? Как мило. И все? Сюда вы меня пустить не хотите? Мне ведь еще код нужен. Чтобы получить доступ к компьютеру, просканируйте обе половинки карты пропуска Роуз. Может быть, на третьем этаже вторая половинка? Так. Где же вторая половинка Роуз? Ну, пушка.
Влетаем и убиваем всех. Кто следующий? Это всего лишь один напуганный. Почему-то дышу. Тяжело я. Не хочу я по стелсу в этой игре играть. Скучно. А вот пострелять всегда интересно. Так. Пойдет. Давай изучать, что у нас тут. Здесь про Роуз. Как-то раз ей задали вопрос про отца, бил ли он ее. Она накинулась на того типа и начала его избивать. Стритбой. Супер стритбой. А здесь? Кто письмо писал? Джаспер. Это вот ответ. Типа, еще раз напишешь про меня что-то такое. Джаспер, я тебе кочергу в жопу засуну. Говорит, не лазь по моему компу больше. Опа. Откуда они все эти фотки берут? Доктор память. Это Рэмзи, что ли? Не похож. Китайский планшет. Тут сколько информации. На целую доску. Ну, здесь небольшая исповедь Роуз. Она говорит, что ни с кем она не может чувствовать себя собой. Типа с Джаспером она такая сучка. А с Рэмзи она наоборот спокойная и строптивая. Опачки. Сейф. Вот это хорошо. Это я люблю. Опять китайская гадость. У нас тут. А вот и вторая половинка. Отлично. Security ID complete. Rose Atkins login now available. Пицца, пицца, пицца. We pick the best man for the job. In and out, so we know that it's done. Then once we've got her, we just sit tight until the payment arrives. I'm not so sure if it will be that simple. He's paranoid. There's multiple alarm systems, CCTV. Listen, darling, it's a kidnapping, not rocket surgery. All you need to worry your pretty little head about is that the info you've given us is legit. You get me? I assure you my info is legit, Mr. Prado. It's what you're going to do with it that worries me. Все ругаетесь? Милые бронятся, только тешатся. Собственность Роуз все еще ждет жеребца, готового принести его хозяйке. Интересно. Так, наверное, все на этом этаже. Только сейф. Что же тут? Hi, Jared. Ну, здесь Бен звонит Джасперу. Говорит, что мы все знаем, что ты сделал. Предатель хренов. Что же он такое сделал? Кинул всех. Оп. Не ушибся там. Так, а где этот комп? Я забыл. Наверное, там, с той стороны. Блин. Так и жду, что какой-нибудь силуэт в конце появится. Такой жуткий, пугающий. В пиджаке, длинный. Слендер, точно. Тут не хватает слендера. Терминал, блин. Это не терминал, это компьютер. Терминал, он заплачивает. Окей, let's try this out. Ты же даже ничего не ввел. The ID works. И надпись появилась раньше, чем ты нажал. Вот компьютер. Ну и? Тут на Рэмзи. Опачки. Я что, у него дома? Блин, вот это поворот.
это реально поворот. Блин, интересно. Надо все изучить. Все. Это комната Грейс. Фото какое-то странное. Странно спать на полу. Тебе вообще кайфово так делать? Тяжелая кровать. Хорошая, удобная. Ох уж эти европейцы. Или кто они? О, компьютер. Давай почитаем, что ты там делаешь. Жутковатая картинка. Переписки. О, это фанатка. Про какой-то рассказ. Говорит, я твоя фанатка номер один. Когда же у меня фанаты появятся? Ха-ха-ха. Так. Картина опять. Ну, здесь целый рассказ про исследование ЦРУ. ЦРУ. О том, что они... Ну, не пугайте меня так. Now, so let's arrange something soon. Oh, and make sure you check out that link I sent you. You'll love it. Anyway, call me back. Надо бы дала почитать. Как странно, телек стоит. Тут даже дивана, кресла нет. Как тебе смотреть? Ну, прикольный интерьер. Так вот, они там использовали технику гипноза. Типа, плохо работало, если не было контакта с гипнотизером. Типа, доверие или чего-то такого. Не знаю, как это на языке гипноза. Блин, хороший телек. У меня весь экран в него помещается. О, котейка. У меня котейка круче. Что, поехали дальше? Ага. Меня дальше не пускают. А вот и часы. О. Что-то я поспешил, наверное. Ладно, давайте вызволять Грейс или смотреть, что произошло. Так. Ее схватили. Телек. Котейка. Грейс, о боже. Ты что, одна была дома? Так я что, участвовала в этом? Ага, вот оно то место. Эти часы из ее дома. Взрыв. Так. Здесь была бойня. Ее тащили. Where were you? What happened? Are you okay? Where's Grace? Where were you? At work, you know that. Where's Grace? You weren't at work. I called you at work. I called you on your mobile. I even called Rose. Nobody answered. Ты попался. Where is she? Where's Grace? Lenore! She's gone, Robert! She's gone! Да, ребята, в вашей семье не все так просто. А ты очень хорошо попался, Рэнзи. Wherever she is, I'll find her. I promise. You did this, didn't you? What? How could you even say that? Your obsessions, Robert. With work, with your technology, with Rose. It's all led us here. With Rose? Lenore, I have don't. No... Don't. Just... Don't. Блин, Леонора давно поняла все. Еще с первого раза. Когда ты только взял ее секретаршей. Hello? Sorry to call you here, Rob. You weren't answering your mobile. I can't talk right now. I'll speak to you later. Is everything okay? She's gone. Who's gone? Lenore? I have to go. Блин, Роуз очень умная. Играть она умеет. Телепортируемся?
I understand now. That girl, Grace. Да ладно, ты догадался, что это была Грейс. The girl with the bomb was Grace Ramsey. Yes, Mr. Black. The girl you failed to save. And you knew. You put me through all of this to find information that you could have just told me. Or was that not part of my fucking treatment? И зачем это было делать, если вы знали уже? Видимо, вы хотели остатки узнать. No, Mr. Black, I couldn't tell you. I needed you to remember. I needed you to understand who she was. I needed you to say her name. I'm sorry. Sorry, Mr. Black. For Grace. She was taken, kidnapped, held to ransom for Ramsey's memory tech. Your memory tech. It's you, isn't it? You're Robert Ramsey. Yes. I'm Robert Ramsey. And Grace, my Grace, was abducted for a ransom demand I never received. Oh, no, I don't know what to say, Robert. I'm just so... Save your pity. Save your emotions. I do not need them. All I need to know is who Rose and Jasper were working for. Who was behind it, Mr. Black? I don't know. But isn't it obvious? If I had to make a guess, then you would be making assumptions. We deal with facts here, Mr. Black. Hard evidence, empirical data. I have my suspicions, yes. But we have come too far to throw it all away on guesswork. We must continue with your treatment. Treatment? There never was any treatment, though, was there? I'm not here through choice, am I? Although your memory is damaged, I see your intuition is not. No, Mr. Black, this is not a hospital, but a prison. And unless you proceed, you will find me to be a less than hospitable warden. I am your lock. I am your key. I can be your enemy or I can be your salvation, but I will have my answers. Now, proceed. Он наконец-то Рэд официально сказал, кто он. Это Роберт Рэмзи. И он хочет узнать, кто заказчик. Кто заказал Джасперу и Роуз. Там кто-то подъехал, или мне показалось? Нет, это ветер. Вот, он хочет знать, кто заказал это дело. И это не психушка, это тюрьма. Видимо, остальных тоже держат, чтобы узнать, что и как. Это все я слушал, интересно читал. Надо проверить, на всякий случай. Ну да, это все я уже смотрел. Ничего нового, да? Да. Что ж, пойдем узнавать, кто же заказал это дело. Роуз, Джаспер. Но Роуз, что это, газ? Роуз как бы руководила Джаспером. Джаспер был главой операции. Я имею в виду силовик. Да что за... Мемуар... Это все не так интересно, как то, что впереди. Ты не хочешь открыть мне дверь? Рэмзи, можно тебя называть теперь по имени? Роберт Рэмзи. Все-таки это был он. Почему голос раздвоенный? Может быть, все-таки это не Роберт? Ну, я имею в виду голос и женский, и мужской. Да ты шутишь. Хватит открывать двери, когда я куда-то пытаюсь зайти. Так, это возврат. Да ну хорош. Это у нас что? По-моему, здесь не был. Ну, это досье Роуз. Роуз, она шарит. Она у нас магистр наук. Работала над искусственным... Над очками виртуальной реальности, точнее. Ну и над Корнарганом.
Это письмо Роуз Джасперу. Говорят, за мной надо присматривать. Ну, то есть за Блэком. Типа, и от меня сложно утаить информацию. В конце говорит, целую тебя. Так что у них не все так просто. Здесь Роуз пишет Аткинсу. Пока не понял, кто это. Говорит, спасибо за то, что вы теперь в нашей команде. Здесь письмо от Мадлен Рэмзи, пересланное. Роуз просит повысить ее выше, чем лаборант. Но это вот Мадлен негодует. Ну а здесь кто сколько отработал часов над проектами. Роуз больше всего, 2900 часов в год. Это переписка, видимо. Ага, Роуз походу сливала всех. Тут написано, что Грег. Грег застукали зачем-то, типа он извращенец. И он ругается на Роуз, типа это она подстроила, она типа не при делах. Еще одна переписочка. Ну тут про Роуз общаются две девушки. Типа она сегодня выглядит чересчур откровенно. Блузка расстегнута. Еще что-то. Говорит, это второй злодей после Ктулху. Роуз. Помощник-лаборант. Здесь Рэмзи пишет Скотту. Блин, кто такой Скотт? Почему я забыл? Он пишет, что надо взять Роуз на работу. Ну, а здесь про то, что другая компания перехватывает лидерство. Что ж, полетели изучать все остальное. Окей. What do I need to do this time? Search the memory for Rose Atkins. Find out who her employer was. Find out why she would turn on me after I gave her everything. Okay. And then we will find out your involvement, Mr. Black. We still need to know why you were there. Да ты, походу, знаешь уже, что я там делал. Ух ты, это то здание. А сам-то я где? Кладбище, что ли? То, видимо, да. Where is this? I don't know this place. Ah, yes. Homewood Cemetery. I'm afraid I do. And if the Pandora has brought you here, then you do too. And how do you know this place? It's next to the company building. It allowed Rose and I to have a certain... На кладбище. Вы могли уединяться тут. Вы чё, психи? Looks like we met here too. So where is she? Блэк, если хочешь поговорить, встретимся на кладбище Холмвуд, неподалеку от города Роуз. Блин, это очень интересно. Я хотел вернуться, чтобы изучить все остальные места, быстренько записать их и показать вам обрывки, где я нашел то или иное, ну как в первый раз. Ну блин, мне все-таки интересно, что это. Что за движуха с Роуз? Как я с ней связан? Опа. Может быть, в этой серии я еще успею записать. Сумочка. Роуз. Похоже, ее телефон играет. DNA and fingerprints confirmed. Ну, да, это Роуз. Black, listen. I know you're angry, but the wheels are in motion, and there's nothing either of us can do to stop them. I can't have anyone standing in my way. Especially not you. I'm starting to remember. I was looking for Grace. I think Rose had her. I was trying to stop her. I didn't want it to be this way. But you're now a liability. Security! Make it painless. Goodbye, Black. I'm sorry. Ах ты ж, коза. Ты меня слила, да? Стерва. Я хотел спасти Грейс всего лишь. И не успел. Эй. Так. Пойдет. Что за сообщение было?
Сообщение. Где же сообщение? Ты больше не будешь мне помогать. Все, мне надоело, Роуз. О, типочки. Так, это телепорт. Научный факт. How do you explain it when someone actually sees a ghost? I think they're mistaken. My mom saw a ghost once. Он говорит, что привидение — это научный факт. Чуть я вас не вижу, ребят. Серьезно? Вы не поверите, это не я накладывал музыку. Она реально здесь играет. Что за бред? Я думал, вот сервер, концовка дебильная. Оказывается, не все так плохо там. О, родной мой автоматик. Пойдем изучать. Нет, давайте просто убьем их всех. Вот такую веселую музыку, это так прикольно. Привет! Кто-нибудь еще хочет? Ну, выходите по одному. А можете все. Эх! Не, я даже готов пожертвовать всякими бумажками. Потом вернусь. Не слишком весело. Давай. Я вас не боюсь. Показалось. Ну что? Ты все-таки есть там. Rose wouldn't have access to this many men. An anxious mind is likely to produce more troubled environments inside the Pandora. You're not worried about anything, are you, Black? Yeah. Worried about getting shot. It's not real, Mr. Black. Just perceived threat that your mind is heightening inside the Pandora. It still fucking hurts. Больно говорит. До жути. Слишком реалистичное, да? Визуализация, или как назвать? Блин, музыка потешная была прям в тему. Хоть и кладбище. Необычно. Ух ты, какое большое здание. Не очень эргономичное. О! Продолжим? Следующий. Все-таки надо было сложность поставить побольше. Интересно, попаду? О! Меткий стрелок. Блин, кто придумал такую озвучку? Так, а мы приближаемся к зданию. Это что, патрончики? Лишним не будет. Так. Ну, если серьезно, мне действительно не хочется... Что это? Действительно не хочется действовать по стелсу. Потому что мне очень хочется узнать конец, финал. И все-таки я хочу изучить все в этой игре. Думаю... Could be fingerprints. Если это не получится в таких обычных сериях, я запишу отдельную. Сообщение. Не лезь в это дело, Роуз. Да, не надо сканировать. Мне надо отпечатки найти. Отпечатки у нас... Так, 1, 7, 0.
Ну, давай пробовать 1, 7, 0. Неверный код. 0, 7, 1. И как обычно, я перепробовал все. Ага. Так, автомат. Сломанный лифт. Так, давайте проверим, что там все-таки. Появился я опять в комнате с оружием. Да, я согласен с тобой. Мелочь — это всегда интересно. Опа. Отлично. Здесь я изучил все. Музыка отсюда играет. Обалдеть. Еще одно место. И никуда вернуться не получается. Блин, все-таки сюда. И здесь у нас еще половина не открыта. Где я здесь был? Вот. Что ж, ну давайте. Поехали разбираться. Надеюсь, на том кладбище я ничего не оставил. Будто какая-то девушка говорит на фоне. Блин, очень темно. Мне кажется, я здесь был. Цветы. Почему, когда я опускаюсь в какие-то катакомбы, я начинаю говорить тише? Это машинально. Блин, мне кажется, я здесь был. Да. Мне кажется, конкретно здесь я и был. Может, сработает 071? А, тут же 4 цифры. That door is irrelevant to our investigation. Don't concern yourself with it for now. Мне кажется, все-таки я могу туда пройти. Мне нужен код. Может быть, этот код есть как раз под картинками? Блин, в моей голове возникает куча догадок. Что ж, я думаю, здесь дойду до конца. Вернусь и посвящу целую серию. Так. Тому, как я ищу картинки всякие и бумажки. Посмотрим, что можно узнать. О. А вот это что-то новенькое. Здесь Роуз пишет Кларе про то, что ее использует якобы Рэмзи. Вот это поворот. Типа говорит, что уйдет к ней, но постоянно говорит это из года в год. These are fragments, but memories nonetheless. Причем тут Роуз? Здесь она с какой-то Кларой опять общается. Про то, что... Опять ты. Вот ты улыбишься, а? Типа она приехала устраиваться на работу. Типа удачи мне. Не Карла, а Клара. Видимо, ее подружка. Она ей говорит, что получилось, она устроилась, у нее все хорошо. Приезжай, говорит, в гости. Здесь она хвалится, как уволила Грега. Он подкинул порнушку ему на комп на работе. Вот стерва. Всех вас перебью. Еще и меня хотела убить. Точнее, приказ отдала. Так, прошел уже целый год. Они хотят встретиться. И она хвалится, что она переспала с Рэмзи. Типа ее повысят. Вот это да. Она опять пишет, что к ней все относятся беспонтово. И что начальнику службы безопасности, Блэку, это тоже все осточертело. То есть я тоже участвовал в этом. Нифига себе. Обрывок.
Но здесь про то, что ей уже все осточертело. Типа она лучше будет управлять Пандорой, чем кто бы то ни был. What the fuck? Круто. Это сейчас модно в играх. Повернулся, а там уже другое. Но меня это не удивляет. Так. Я в офисе, да? Подожди. Прячь. Я могу попытаться тебе отговорить, но у тебя не хватит ума послушаться. Здесь все закрыто. Кто же тут? What's this? This isn't my memory. No, Mr. Black, this is one of mine. You need to focus and regain control of your environment. Focus on what? I can't remember what happened. Just focus on Rose. The Pandora will do the rest. Listen, Rob. Yeah? When all this is over, why don't we do what we always said? Go away. Leave it all behind. Jesus. Rose, can you not see what's going on here? Just hold off until I've done the audit on Black. He's already been signed over to me, and... Rob, don't do the audit. I'm begging you not to do the audit. Please. For me. Why? Because I love you. There are things you shouldn't know. Things nobody should know. If you dig too deep, I'm worried. Rose. I'll be fine. We'll be fine. Что за аудит Блэка? Они меня обсуждали. Я начинаю снова запутываться. Меня только что распутали, и теперь опять. Все по новой. Все-таки я как-то связан. Со всем этим. Ну и куда мне дальше, Рэмзи? Тут все закрыто. Ага, вот оно. You're going too far, Mr. Black. Focus. This is your way out. Use it. My way out? This elevator? Another one of these things. Photo Ramsey. Thrones. Опять загадки. Блин. Ладно, я думаю, на этом закончить, потому что уже слишком... Много времени прошло, да, с начала игры. Так что подписывайтесь, ждите новое видео. Начнем следующую серию с загадки. Всем спасибо за просмотр и удачи. Всем пока.